Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Nord News продолжает серию выездных интервью. Поэтому люди подкупаются, идут на поводу у этих коррумпированных миллиардеров, которые они не знают. Есть люди, которые не знают, что делать с деньгами. И начинают. Давай завалить Санду, давай завалить Додона, давай завалить кого угодно, лишь бы за деньги. Скушать. Тем более у него потребности больше. Потребность больше. В здоровом теле здоровый ум. А нам нужны вот эти умы. И тут, понимаете, вот везде вот эти евро освещения. Да, в парке. Тут в кустах было раньше кусты, темно. Все преступники, все алкаши тут собрались. У вас, я так понимаю, панели есть фотоэлектрические? Да, да, да. Они с правой стороны. Летом, вот я говорила с нашим бухгалтером, еще в октябре мы не будем оплачивать за свет. Мы вошли в проект с поляками и с Аделинор. Наша контрибуция 620 тысяч. Цена этого проекта 6 миллионов 222 тысячи. Я хочу, вот я говорил с консулатом Румынии, я хочу войти в проект, чтобы мы взяли 2-3 автобуса. В Обнинском районе один из самых низких результатов людей, которые проголосовали за внесение поправок в Конституцию. И коррумпированные деньги делают всегда чудеса. Люди не поняли, они боялись, поэтому и голосовали так плохо. А если было бы объяснение, встреча с избирателями, толкование вот этих пунктов, поймите правильно. Хлеб по 16 копеек и колбаса по 2,20 и не будет никогда. Мы должны двигаться вперед и забыть все это.